Привет всем стратегическим жевжикам, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии Загаллов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Рекомендую перейти к первой серии, если вы ее не видели, все-таки лучше смотреть с самого начала, ссылка есть в описании к этому видео. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку, а всем остальным приятного продолжения просмотра. Нет, все равно туда вкинул. А было 4 у него. Вот же ж. Так, что с углем? Есть уголь? О, тут я вообще отлично поставил. Индустриализация. Там обращаются города, видите? Что я получаю очки? Отлично. Так, ну мне, конечно, тут центр коммерции, но пока храм. Да, строим. Мне гурдвары везде надо, потому что гурдвары очень-очень неплохо работают. Через два хода. Ладно, стоим. А, блин, я даже не посмотрел у Горга поторговать, чем. У меня две рту... Кого? Бразилец. Так, чем тут торговать с Горга? У меня есть ртуть. А у Горга табак? Да. Горга, у тебя серебро, нефрит и мед какие-нибудь еще двойные будут? Понятно. Пойдем еще кругосветочку совершим. У меня юнитов всех с моей территории выкинуло. На границах стояли, и как будто они чужие. Вроде не должно с было. С моей территории выкинуло. Да, именно с моей стояли, вот с моей пограничной. Два арбалетчика, пушка и рыцари. А их так, хопа, на одну клетку за территорию. Наверное, бот походил как-то. Кстати... Довожу для досведения мирового сообщества, что у Гальской империи начал капать уголь. А что, у остальных не начал капать? Или у Кри нету, или он куда-то пошел в другую сторону. А это ближайший сосед. Это тяжело понять, просто где уголь, понимаешь? С рандомными техами. Ну и уголь не алюминий, поэтому... А, ну да, рандомный тихий, там же не прямая ветка получается. Ну, ну да. У Кри будет там уголь. Самолеты могут быть вообще внизу. Ну ладно, все равно, я довел до мирового сообщества, вы делайте что хотите. Спасибо. Ну, выглядит так, что уголь есть у всех, так что... Ну, тех, кого я вижу. А вижу я, собственно, всех, кроме грека. Дур. О, город. Что? Какой город? Там уголь, что ли? Вы меня слышите вообще? Понятно. Пялся с вами. Не, почему? Я его недавно поставил. Че, хороший город. Как десятый. А почему так? Почему не под гавань на... А... Не могу это я да, гавани. Как раз таки под гавань поставил. Вот именно. По-живому режь. Ну. Ты сейчас. Ты посмотри вообще, как у меня гавани стоят, которые ты видишь. Ну я догадываюсь. Плюс 2 максимум.
меня опять загрузка пошла, ну, на вход как в игру. Рассинхрон был, да? Давайте картографию хочу вот это посмотреть, что тут. Это так. Чего это? Может быть? Ну, потому что ты перезаходил. Скоро кругосветочка произойдет. Так, маяк готов. Торговца, верфь. Какие самые крутые на деньги из Лизьё? Иначе. И из Девадура. Хм. Прикольно. Ух ты, а тут кампус... О, там же риф, класс, класс, это круто. Самая дебильная клетка как раз у города, и я могу ее использовать. Я думаю... Рационализм крипа ставил. Что-то у ацтека слабовато с наукой. Совсем. Знаете, мне бы еще в меркантилизм выйти, чтобы мои... Блин, вынес из Испании, теперь испанская гитарка играет. Слушайте, а чеченицу тоже построил кто-то? Чем тебе испанская гитарка не нравится? Ну, я думал, или что я ее не открыл. Такская. А, я ее открываю. Будет. Слушайте, ну я бы чеченицу построил на самом деле. Она только в одном городе дает, да? У этого города. Давайте посмотрим, где у меня больше всего тропических лесов. В каком городе? Ну, везде как-то... по чуть-чуть, может и не строить. Если бы был вот город прям с дофига чеченицы, тогда, может быть, и построил. Тут буду ждать, когда можно будет правительственную площадь строить. Так, еще раз из Лизьё сначала, да? Ну, вот это, наверное, надо убирать. Что вместо него поставить, правда? Непонятно. Давайте довольство в городах с гарнизоном. Ну, а тут... Смотрите, я еще рационализм не открыл, да? Тогда оставляем и ставлю учетные банки. Еее. Я так нормально уже этих... насобирал.
реликвий. Раз, два, три, четыре. Ну и больше не будет, потому что вот это чудо я встретил до того, как засюзеренил Канди. Так, давайте Магнуса. Блиха, бляха-муха. Сумму то сделал. Ладно. Слушайте, тут же сколько должно быть? Четыре? Кого? Чудо природы на карте. Или пять? Я пока четыре. По идее, четыре должно быть. Если на восемь, то... Так. Раз. Два. Три. Четыре. А, нет, пять. Слушайте, пять чудес. Какое пятое? А какие ты увидел? Ну, я с Кри в союзе, так что... И ты в союзе, так что... Или ты не был в союзе? Я могу сказать, что я вижу пять чудес. Да, пять. Раз, два, три... Четыре. Нет, ну если ты меня, как бы, нас с Хмером считаешь чудом природы, то да. Ну а так четыре. А так четыре. Вас я считаю аномалией. Чудом природы. Так, добавилась клеточка. Правда, почему-то Кадуатуки. Но мы сейчас ее перебросим. И вырубаем. Не, ну правда, какое пятое? Ты скажи, какие ты видишь? Ну, Женевское озеро, оно же Мертвое море. Так. Люси Фьорд. Так. Господи, как это называется? Килиманджаро, глаз Сахары. Большой барьерный риф. А, справа, ну, от, значит, Горга. Значит, ты не был в союзах с Кри. Мы сейчас в союзе с ним. А как тогда? Почему я тогда не вижу? Мы же с тобой в союзе, Кри. Там же одновременно должно все это синхронизироваться, но в плане территории. Нет, ну смотри, я стал в союзе с Кри и показал ему свою территорию в тот момент, когда мы были в союзе. И он мне. А дальше все. А, ну если так, тогда ок. Ну, кстати, нет. Я вот и кругосветку совершил сейчас в итоге. И блин, риф я тоже вижу. Нет, я имею в виду, ему показывает, ему, Ацтеку. Ему, а, не, пока... ну, ему, Ацтеку, ему не показывает то, что я вижу. Ему показывает только то, что ты увидел, вот, ну, как-то своими юнитами. То есть ты хочешь сказать, что показывается только на тот момент, на момент заключения союза? Нет. Нет, блин. То, что, смотри, то, что Ацтек... Кри видит своими юнитами, да. Показывается тебе всегда. А да. То, что ему открылось, вот, когда я с ним заключал союз, то тебе показалось одномоментно, тебе дальше не показываются мои юниты, что они видят. Подожди, у вас же союз, вы видите передвижение друг друга. Ну. Каждый юнит. Ну. Если он видит твои юниты, то у него эта территория должна быть открыта. Так? Да, должна быть открыта, но тебе показывают, почему? Что его юниты передвигаются, а не мои.
Так я с ним тоже в союзе. Если ну так как видит... ты можешь видеть мои юниты? Ну странный ты. Так, нет, он видит территорию, которую ты открыл. Он, ну, то есть, я не вижу... Я вижу территорию, которую он открыл. Ну вот, ты видишь территорию, которую я открыл в момент заключения союза. Понимаешь? А дальше ты... Как ты можешь дальше видеть, если ты не видишь мои юниты? Как ты можешь дальше видеть эту территорию? Так Кри же видит их. Кри видит юниты мои. Ну, хорошо. А юниты видят территорию. У него должна быть открыта эта территория. В общем, если мы еще раз союз перезаключим, тогда, скорее всего, ты это увидишь. А, ну вот такое объяснение мне подходит. Так, один ход тут отложу. Построить как раз правительственную площадь. Блин, Женева хочет караван. Ладно, давайте. Да, тут один ход откладываем. А нафига я тут верфь строю? Так, сколько тут стоит эту клетку выкупить? Сотка. Следующим ходом выкуплю. Что по великим людям? Армаду формирует... Это, кстати, ничего такое с двумя послами. Экономика. Давайте нарезанные стволы глянем, что там дальше. Так, блин, все тут. Бразилец, может быть, ты союз хочешь? Просто я смотрю... Смотрю, ты скучаешь, да? Давай, да. Смотрю, чё. Смотрю, ты открывали. Караванчик послал даже. Караваны, да, подальше допустить можно было. Блин, слушай, а Бразилия, у тебя каждый ход, что ли, рассинхрон? Так. Значит, тут выкупаем клеточку. Фабрика... Правительственная площадь, Наконец-то дождался. А, и просвещение надо поставить. Ну, два жилья придется убрать здесь. Нам нужен рационализм. 157, маловато. Тут что-то разрушено. А почему? Разграб. Кто тут разграб? Вообще не помню. Чтобы кто-то грабил. Забыл, надо было в прошлый раз поставить, конечно. Так, меркантилизм. Можем великого торговца купить за веру, интересно. 10 ходов. 2840. По идее, если Кхмер этого не сделает, то сможем. Бар.
кстати, вот тут даже кампус на плюс 2 встанет. Но я пока строителя давайте. Опять, наверное, что-то пока не... Таймер отсчета, ожидание игрока. Так ты ж, еще люди ходят. Мы еще не закончили ход. Он еще отстек. Суперками идет, а тут... Так, потому что тут нету... Первый ход нету циферок. Первый ход нету таймера. Кто кого там выносить будет? Я вот тоже прослушал. Кри, союзец давай. Да, не против. Опять культурный? Да. Предложил. Давайте Мокшу назначу вот в этот город. В... А, блин, там Рейна сидит. Давайте Мокшу в Навидум. Оставь прямо. А Рейну тогда... Слушай, я научно хотел с другим заключить. Может, Самарабриву тогда? Ну, вообще не принимаю. Давай военный. Во-во-во. Хорошо, а против кого? А кто рядом есть? Кто рядом с Грецией и Ацтеком есть? Кто там такой интересный? Нет, друзья, я друзьяшек не бросаю. Я вот прям вот готов до конца любить и не отходить далеко от Хмира. Нафиг это надо. По-моему, он другого человека там имел в виду. Ладно, тут пока пускай так будет. По-моему, опять с кем-то торговля закончилась. Руинка. Две соли. Кри. А, блин, я не... Мы тут сейв грузили, поэтому я отправлял и Кри, и Ацтеку предложение. А, и надо заново отправлять. Так, ртуть на трюфеля. Ацтек предложение. Кри предложение. Так. Два посла. Наверное, в Лиссабон стоит. Плюс 40. Вот, можно жить. Так, куда тут ведет стандартизацию? Ну, кстати. Пастбище производства получает. Можно открыть, да. Блин, три мушкетера. Не, ладно. Это просто я могу и арбалетчиков могу ускорить, и мушкетеров. Вот оружейную я не... Давайте сначала порох откроем. Потом надо бы, конечно, поставить на арбалетчиков апгрейд.
Надо накопить денег. Все, уже ноль довольства, потому что поторговал ресами. А Кри куда-то... А, нет, подожди. А, это я впереди всех, блин. Оказывается, это Кри. Так, а по науке кто? Ну, тут... Горгос, Кри, конечно. Давят. Так, что с великими людьми? Инженера я забираю. Вот тут есть еще шанс выкупить торговца, поэтому я и... Кри, у нас будет с тобой союз? Держу. Ты почему и нет? Ну вот я говорю. Торговый путь, Лиссабон, военный лагерь, дипломатический квартал, обращение в веру. Так, как там у нас Кри обращается? Сейчас еще сядет сюда Мокша и будет еще сильнее давить. Торговца могу, но я, конечно, библиотеку сначала. Так, а здесь нам нужно часовню великого магистра, пожалуй. Да, тут лучше нигде не поставить. Гавань. Так. Какие самые крутые пути мне доступны? Из... Ацтек, блин. Кстати, я к Ацтеку могу. Из Люцеции и... Так, слушай, Ацтек, есть предложение союза, только у меня до тебя караваны стали... добегать. У тебя какие остались вообще? Сейчас у меня остался военный. Да. Очень надо, спасибо. У меня именно к тебе самые дорогие караваны, потому что у нас морские города. Не, ну нафига мне военные? Ну как мне военные надо? Давай. Какие еще? Странно он как-то... Подождите, доступная игра... Ладно. Лизье и Дивадур. Из Лизье, по-моему, и так бегает две штуки. Да. Кри. Да. А ты знаешь, что вот когда ты сажаешь своих шпионов людям, с которым ты в союзе, эти люди, они тоже видят, вот, что ты... Ну да, я знаю. Вот, и, собственно говоря, что надо? Я просто прокачиваю. Я же там ничего такого не делаю. Ну, я, ну, понимаю, что, наверное, ты прокачиваешь. Но от греха подальше можно еще и поинтересоваться.
там как бы и дамба есть, и вот эта вот мастерская, и цикарка, как бы разгуляться можно. Так. Следующим ходом надо будет карточку поставить на... А, подождите, может, я все-таки великого торговца куплю? Хмер, забери инженера. Вообще, наверное, следующим... Давайте я отложу пока меркантилизм. А великого художника я могу купить? Блин. Могу, но мне его некуда вообще... задумался. Кстати, и тут кампус вот сюда встанет, даже в этом городе. Прикол. Ну, плюс 2, правда, будет, и тут плюс 2. Ну, что поделать? Мне надо ставить везде кампусы. Да, следующим ходом я, наверное... Блин, этот чудеса тоже прикольный. Ну, я бы торговца лучше взял. Честно вам скажу. Что-то я пропустил тот момент, что у него табака нету, то есть, что у меня табака нету. Так, ну, последнего назначим Тирванна. А где Тирванна? Ага, вот там. Ну, давайте в Тирванну пока. Так. Из Лизио Вацук, из... Блин, я не понимаю, как оно тут сортируется. Почему я по золоту сортирую, мне дают какие-то... Из Лютец? Давайте из Лютецы отправим, кстати. Так, ладно, не успеваю тут я поставить строительство. Здесь надо гавань где-то
Везде плюс. Вон плюс 2. Кстати, да, вот сюда это плюс 2, потому что там будет еще и кампус соседствовать. Сначала гавань, потом кампус. Строители, 5 ходов. Что-то слабенький там город у меня. Ну, не знаю, я тут не вижу ни какое-то чудо, чтобы я мог построить. На самом деле. Рурка нет. Ну вот здесь 13. Ну тут сам город маловато производства. Я бы, конечно, в столице хотел, но в столице невозможно. Вообще чудес так дофига. Непостроенных. Так, Рейна и Мокши сели. Тут на еду ставим. И тут на еду ставим. Не, я хочу торговца забрать. Во-первых, ускоряет меркантилизм, я его открою. Во-вторых, упс, стояночка... Во-вторых, два посла. Здесь два посла. Тут очень много хороших городов-государств. Например, я бы в Брюссель отправил. Еще производство. Канди мне уже не надо сюзеренить, потому что я уже все чудеса природы нашел. Больше я уже никакие не смогу. Хотя, наверное, по туризму впереди. А нет, дед бородет. О, там забрали уже инженера, между прочим. Так, этого я куплю. О, пошла война. Ты, то есть дед Бородет просил у тебя военный союз, вместо этого ты ему войну объявил? Обидно. Обидно, да. Ну, можно же культурную нацию остановить, то вдруг выиграет. А как я тебе? Очень вряд ли он там может выиграть. У него уже один турист есть. Это очень да. Важно. Это да, это все. Это я бы уже ливал. Это залог победы. Так. 5 ходов. Мне не хватает 5 очков. Что я могу сделать? Во-первых... Стоимость на апгрейд юнитов. И делаем мушкетеров. Так, этих я могу. Да, в рыцарей тоже даст мне очко. Я же железо не использовал, не использовал. Да. Отлично. Угольная. Монумент, водяная. Давайте шпиона сделаем.
Не успел. Так, 3 очка осталось. Что я могу... Ну, во-первых, 3 великих людей, понятно. Можно попробовать... А, вот еще у меня ученый, блин. Даже не посмотрел, что дает, честно говоря. Технологии химия и промышленная эра случайная. Так, осталось 2 очка. Этого отправим. Кто у нас там по науке? Ну, Кри надо, конечно. Хотя он и будет видеть моего шпиона, но... 232, 344. Давайте сюда. Построю, чтобы клетки быстрее добавлялись. Так, ну могу какой-нибудь город-государство перекупить, например. Женева, а не хватает. Я думаю, куда я его потерял? Он у меня территорию открывает. Четыре хода, да? Да, 2 очка. 4 хода и 2 очка. Надо уголь обработать. Тут лес вырубить. Может, чудо какое? Храм Махабодхи, например. 3 хода. Великая библиотека. 3 хода. Поросский маяк. О! 2 хода. Отлично. Все, я в золотом веке. Блин, реально надо чудеса строить, а то тут... Где могут быть лабы, интересно? А, вон они. Мне в лабы надо. Так, какие чудеса? Килова кисевание. Отличное чудо. Ставим. 5 ходов. Торговую республику не хочу. Здесь библиотека, гавань, опит. Или опид, интересно, все-таки как правильнее. Блин, ну как-то совсем тут грустно с опидом, но у меня зато производства нету нифига. Ладно, универ. Фабрика. Угольная. И какое-нибудь чудо, храм Махабодхи. Ну, правда, нафига мне 2 апостола теперь? Ну, с другой стороны, кстати, я мог получить просто, обратив города... Не, давайте тут еще строителя сначала, а потом храм Махабодхи. Так, монумент готов.
Наверное, пока не меняем ничего. И арбалеты нужны. Или даже что... что... Даже нет, мушкетеры нужны. Я тогда сразу открою, поэтому один есть. Второй. Третий. Не открылось, блин. Выхожу в героические. А как там эти другие, в каких эрах? В золотом Ацтек, Кри и Кхмер. В нормальном Горго. Один город уже у Горго забрали. Так, все, я вышел. Амани в Тирвану присела. Растем. Что в Люцеции? Гавань. Покупаем маяк. Делаем строителя. Угольная. Давайте торговца. Может, Рурку все-таки. Это единственный город, где я могу Рурку делать. Мгновенно создает фабрику и мастерскую. Но, кстати, где-то нету Апида, по-моему. Теперь здесь. Ну, не знаю. Друг Хмер. У меня есть предложение к тебе. Да, друг. Так, попилим Грецию. О, дружище. А ты разве можешь попилить Грецию? Кстати, Греции, тебе что-нибудь надо? Мне надо, чтобы бразилец со мной дружбу заключил. И военный союз? Не обязательно. У нас вот такие хорошие полевые пушки стоят на границе у Бразилии. Потому что вот этот бразилец тоже так смотрит на меня красиво. Поэтому блин, ставить сюда Ападану не ставить. Не воевать, давайте чеченицу я поставлю. У меня и так капут. Так. Да, чё, строю, ничего не понимаю, всё не хватает. Он науки просил, вроде компуса хорошие. И, плюс и надо теперь рабочих... А народу мало, и в итоге цивик на 10 человек из-за двух городов принимать. Ставить где феодализм я открывал? Науки просел уже. Ставить крепостное право и пообрабатывать все леса. Грустная история. Да, грустная. Наверное, надо этих рабочих нафиг и все вырубать, и лишние фермы строить. Не ракудра, да. Ну, знаешь, вырубать тропические леса под Бразилией. Нет, там не тропики, такие леса. Эту самую брать. Так, еще торговые пути. Как его называется? Это он другой. Хмер, если тебе такой союз Хмер не нравится, предложение. Я готов другой заключить, который тебе больше какой, подходит. Какой? Да любой, скажи просто, какой. Нравится. Ну тогда принимай. Объединяйся со мной, мы сокрушим противников. Да? Да там интересная фраза. Еще предложил. Да, мы вместе сокрушим противников. Фекалька вопрос. Так, еще могу? Нет. Ну давайте Рурку, блин, не знаю. Все смотрю на нее, смотрю.
Сюда, наверное, поставлю. А смысл? Ладно, сюда. Дальше куда? Биологический музей, художественный музей. Давайте в послов, потому что я скоро лабы буду строить. Тубер комната, я как угадал. Куда город поставить? А так бы без угля был. Так. Ребят, помните, я тогда строителя потерял. Нашел? Я его смог. Да, я его смог вернуть. Слава богу. Тысячу лет. Да, это, пожалуй, самая милая новость на сегодня. Милее больше вы не услышите. Здравствуй, героический век. Взаимно. Я про темный. К оружию, наверное, возьму. А вот реформа денежная, я что-то не засекал. Это новый торговый путь или вообще нового торговца-то добавляет? Нет, торговый путь. Ну, то в смысле, старый, не торговый новый путь, торговый пост. Когда закончится этот торговый путь, появится новый торговый пост, только тогда тебе дадут очки. А, ну у меня как раз пару новых. Хрена себе, у меня караваны к Хмеру на плюс 32 денег. Вот это выгодно. Стараемся. Брателя, можешь принять? Не надо. Так, что нам там можно купить? Озарение для одной техи. Такси. Ну вот это прикольный. Я бы его взял следующим уходом. Фабрику. И фабрики все дают плюс 2. У меня где-то не построено. Это может такое быть? Чтобы не были, например, фабрики. Так, тут фабрика угольная. Тут вообще апида нету. Тут фабрика угольная. Фабрика угольная. Фабрика угольная. Вообще апида нету. И тут нету апида. Ну, мне, наверное, вот тут надо апид будет построить. Очевидно. Бразилия, это тут? Бразилец, ты тут? Тут. Так прими. Нет. 150. Не буду ничего пока ставить. Да, я помню, что я хотел на рабочих карточку, но я пока не могу рабочих строить, потому что я буду сейчас слабый строить. О, чем там атакует ацтек? Давай ему снизим. У нас ближний бой. Там мушкетера вроде, да. Так, ну и давайте, не знаю, минус лояльность тоже ацтеку, чтобы у него отваливались города, которые он захватывает. Это первое. Да. Какой-то ты вармонгер сегодня, супергерл. Испанца вынес. На грека нападаешь. Я пытаюсь реализовать твою нацию. Так, давайте посмотрим, какие у нас ресурсы есть поторговать, если есть вообще. Там получается. Теряю ближний бой. Да, минус 5 лояльности. 6. Получается, не знаю. Нечем. Нечем торговать. Я стараюсь. Нет, рурку все-таки забрали. Я только зря убрал
Ну ладно, в этом месте давайте что-нибудь еще попробуем поставить тогда. Тадж-Махал можно, храм Минакши, Катоку не хочу, Оксфордский нет. Хотя... Может, Великую Библиотеку поставить? Это за каждого Великого мне будут давать ускорение. О, Дворец Потала. Вот Дворец Потала давайте. Это дополнительная карточка. Никогда не помешает. Да, только сначала лабы. Так. 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 У Кри уже лабы стоят, видите? Ну, в общем, повоевали. Ой, а что это у меня этот разлив произошел? Надо строителя сначала, да. Так, тут мы заберем вот этого. Получается, что да. Где там город 84 силы. Ну вот да. Все-таки корпуса там раньше. Блин. Не ускорю арбалет, потому что вышел в пушке. Давайте запретку тоже попробуем построить. Нет, тут кампус вообще... Грустно. Так, какой у нас мгновенно строит маяк и верфь? У меня мало растут города, кстати. У Крита повыше будут. Вот у Кхмера, кстати, маленькие города для его способностей. У него должно быть... Катя, какой Кхмер взял религию? Ой, это Кхмеры. Мне нужно спросить. Что спросить? Как у тебя там с Марсом? С Марсом? Да. Да пока никак. Чеченицу построил, Килвакисивани построил. Так. Попробуем пересоюзить. Китов у меня еще не было. Тоже лаба. Лаба, лаба, лаба. Лаба, 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 лаба. Тут надо достроить и лаба. Тут лаба строится. У него 330, потому что он лабы построил и электричество в них провел. Три, два, два. Мне два хода. Лабы.
потом как бы и можно а запретка где строится? Можно построить только на ровном участке рядом с центром города. У меня вообще такое где-нибудь есть? Видимо, не... А, кстати, вот этот... Вот это надо передать. Куда там дальше? Эту надо Тирване передать, потому что она может обрабатывать эту клетку. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!